Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня прохождение волны Аджей без... Так, где там? Без Зефира, без Огника, без донатных героев, без расстановки нашим составом, который я вам уже показывал. Единственное, я сюда добавил Лазулю. Как я говорил, вместо Зефира. Лазуля... 13 скилл, 9-9, огонь жизни, поставил ритуат по снаряге. У меня все здесь герои не прокачаны в топ. Вот такая вот Фрейя, Пакт 9, тоже не прокачана по снаряге. Землеройка 11-11-9-9, Водушка. Ну, здесь, наверное, основную роль... будет играть Водушка на героях и Космос с землеройкой. Вот такой вот Космо и Оккультист Ворожеем. Как видите, раста нету. Вот единственное, на Ворожее десятка прокачана. Ворожей 12, тоже не докачанный до потолка. Расты у нас нету, то есть по сути раста здесь и не нужна. Единственное, я вот с трех заходов два прошел с первого раза, один вот я просто тестировал, подбирал. Все зависит, конечно, от того, как выйдут вражеские герои. Но основную роль здесь будет у вас играть Космо с ПДшкой и землеройка, который будет блокировать Фрей, не давать им включаться и, соответственно, дамажить. То есть это два героя, которых реально тащат. Феникс и Фрея для того, чтобы не пришли, и оккультист с разных сторон. Единственное, если пойдут все толпой через землеройку, то землеройка сольется. В принципе, где-то плюс-минус прототип раста на волну АК. Просто на волне АК нас жарят. У нас, как видите, нету смотра. Смотритель у нас отсутствует, то есть нету раста, нету смотрителя, нету донатных героев, и волна реально проходится очень легко. То есть если раньше были с ней проблемы, сейчас она проходится практически там за 5-6 попыток на ура. Самое главное, конечно, чтобы у вас были хотя бы 3-4 воодушевления, можно и 8 поставить. Разница восьмерка, девятка небольшая. Что так герои у вас будут заряжаться. Самое основное, чтобы Фрейя у вас было с водушкой, Ворожей для откела, Космо и землеройка. 4 водушки, и в принципе волна проходится на ура. Ну и конечно же надо удачный заход. Вот G4 без проблем. G5. Немножко не повезло. Ну, мы сейчас это все исправим, я думаю. То есть, если вы доходите до G5, то, в принципе, там уже надо более-менее удачные заходики. Должны ее зафармить. Но самое основное, это землеройка с водушкой и Космо. Они, в принципе, бьют по всей карте, соответственно, они не дают вражеским. Вот Космо у нас слили, вряд ли мы сейчас дальше уже пройдем, потому что некому убивать быстро и блокировать героев. Конечно, есть Фрейя как вариант. Она вряд ли будет так быстро убивать. Хотя, если будет землеройка, я не знаю как, ну смотрите, G4. Да ладно, еще не, сейчас пройдем без Космо с вами, это вообще будет жесть. Офигеть. Успеем? В принципе, с землеройкой мы должны успеть. А где здание? А, здание как раз на землеройке. Вот, пожалуйста, без Космо. Фактически, Космо у нас слился на начальных, и дальше просто без Космо затащили. Ну, удачный заход. То есть, Аджей волна, она, я не знаю, уже проходится... Без проблем, самое основное, чтобы у вас были воодушки и землеройка, который реально здесь тоже
может тащить. Вот, пожалуйста, Джей. Волна пройдена. Давайте еще попробуем. Ну, космо, конечно, облегчает прохождение, потому что он бьет по всей карте и парализует героя, не дает ему куда-то двинуться. То есть, как видите, он практически всегда срабатывает. Плюс землеройка, и проблем с прохождением нет. Сейчас попробуем с вами еще без космо. Интересно, я его уберу. В принципе, мы только что пару волн прошли. Им, конечно же, все попроще. Четыре. Вот, а Джей 5 сейчас будет. Не знаю, или откуда зайдут. В принципе, зашли удачно. Космос лили опять. Но у нас есть землеройка. В принципе, его должно хватить, чтобы Фрей убить. Такс, ну давайте попробуем убрать космо отсюда. Вот кого поставить, у меня никого даже с автопрокеров таких нету. Вместо космо. Хоть какой-то повод был. Тедно. Землеройка, я вам скажу, очень даже справляется со своей задачей. А, его слили, видите, зашли. Самое главное, вот, чтобы через землеройку не заходили. Пока все живы. А G3 осталось одно здание, но сейчас его, наверное, разобьют. Да, попали туда. Я думаю, слови в удачный заход. Так, землеройка, давай, тащи. Через землеройку, видите, зашли немножко неудачно. Без землеройки нам дальше тут вряд ли что-то светит, потому что его именно блочки реально спасают. Ну еще я юнитов не нанимаю, то есть с юнитами все-таки как, ну, хотя в принципе Коммодора, если бьет зонально, она всех сливает. Так, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Феникса слили. Гады. Ну, пока. Смотрите, J4, даже вариант, ну, сейчас, наверное... Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Ну, практически, если бы Феникса не слили... В принципе, я думаю, можно и без космо справиться. Без проблем. Самое главное, вот, прокачать прорыв. Ну, в принципе, уже сейчас прорыв. Многие без доната 30-е попрокачивали. Но надо определенные герои иметь в одушке. Вот, наверное, больше даже, чем нежели прорывая. Я слился опять. Обидно. А без... Из землеройки, конечно, это не то. Он реально, он попадает очень круто и блокирует.
Ну, попробуем. Варлоки, видите, он отражал, как сливается, тоже очень круто. Как и все, как и Космо. Все остальные. Ну, Фрая вот с ворожаем держит от J4. Сейчас дойдем, но дальше я не знаю. Мы, наверное, не сможем заблочить все. Хотя, если вот удачно заход через Феникса, смотрите, как отлично. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ну, посмотрите, как мы свободно доходим до J5. Я бегал у себя на этом, на Тайване, героями прокачанными, мы там мучились. Офигища попыток слили, вот. Без проблем сейчас. Так, седнушку слили, но не страшно. Отлично. Так, а J5. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Ну, удачный заход был. Седна, в принципе, дает подхил. Можно было бы кого-то другого даже поставить. Так, Фрейя. Самое основное здесь Фрейя с водушкой. Фрейя с водушкой дает сразу же урон максимальный. Плюс. Так, ворожея слили. Все, не вариант тут. Ворожея тут не вариант, наверное, уже. Хотя, вы знаете, нет. Варик. Да, без Космо, конечно, посложнее, но шанс все-таки есть. Главное, чтобы землеройка выжил. Но это опять же, это не максимальная сборка. Здесь просто прорыв на нем. Нету уклонений и прочего. Было бы уклонение, это вообще на изи пришлось бы. Так, опять отражалки. Не, нормально. Затащили. Так, отлично. Седна улетела у нас. Так, самое главное, чтобы командоры. Так, отлично, J4 есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Не дают нам затащить. Цена, в принципе, дает подхил. Конечно, она не резает. Если бы она еще резала, это вообще было божественно. Но, в принципе, она и дамажит с водушкой. Плюсы, конечно, есть. Так, отлично. Ай-яй-яй. Сразу же двоих можно. Можно даже, наверное, выходить, не проходить, потому что эти не успеют всех убить. Так, J3. Это потолок. Максималочка. Так, ну давайте. Так, многовато зданий у нас разбили. В принципе, самое основное, чтобы... Так, есть. Чтобы командора. Командора не бьет по всей зоне, поэтому это нормально. Так, а J4, в принципе, пройдем без проблем. Возле землерой... Ай-яй-яй-яй-яй, видите? Блин, вот тоже надо немножко удачи, удачный заход. Ай-яй-яй, землеройка не выжил. Ла. Без землеройки тут, конечно, однозначно слив. Можно, конечно, вариант поставить, сделать бигфута. Такого, какого я показывал. Бигфутики тоже классные. Вытащить его, землеройку поставить по центру.
чтобы его не сливали. Ну, у меня сейчас скачать прорывы очень долго это займет. Попробуем так ставить удачу. А вы можете землеройку в центр поставить. В принципе, этого вам должно хватить. Так, а G3. Держись, землеройка. Красавчик. Блин, сейчас возле Фрея, как... Ну, я же говорил, возле Фрея сейчас зайдут, как назло. Это обычно всегда так. Блин, ну вот кто-кто, а землеройка реально радует. Так, тихо, ша, не сливать мне землеройку. Так, в принципе, нормально, по разным сторонам стоят. Во-во-во-во, все на землеройку напали. Блин, ну тут сейчас, как обычно, через фениксы все пойдут. Прилетело от некроса, видите, вот не хватает именно... Где-то, наверное, удача, чтобы зашли на Феникса, а здание было в другой стране, чтобы Феникс просто их всех заморозил. Возможно, Бигфут был бы здесь лучшим вариантом, чем Сенна. Но его надо прокачать хотя бы прорыв, и тогда он будет тащить. Не вариант уже, наверное. G2, G3. Эти некросы и командоры, конечно, это печаль. Вот G4, у нас сейчас здание одно осталось. Герои, в принципе, живут. Даже не с максимальными прокачками, проблем с героями. Видите, когда оккультист и ворожей в паре, связка, проблем нет. Еще сейчас попробуем с вами удачный заход словить. Это вообще пошло не по плану. Космо, конечно, просто изи волна берется. А тут надо немножко поиграться. Так, G2. Блин, ну что ж вы так заходите, падла, G3. Возле Фрейи все, это один заход и все, и мы сливаемся, но оно так и есть. Так, пробуем. Пробуем, пока есть попытки. Блин, насколько землеройка крутой герой. Вот реально, против Фрей, против скиллов, блин, очень-очень круто помогает в разных локациях. И реально крутой. Полный крас запортачил полностью все. Но в любом случае, я надеюсь, мы эту волну пройдем таким составом. По идее, здесь ничего не мешает. Единственное, надо удачи, чтобы землеройка дожил. Ой-ой-ой-ой, это кто так? Бугимены его зарядили, да, походу? Жестко. Да, ну тут уже без вариантов. Давайте попробуем другой вариант. Хотя его прятать не вариант. Вот хорошие прокачки, его сложно убить. Пусть пока будет. Какого-то танка можно выкинуть просто, чтобы, ну, некого выкидывать, чтобы задержал всех. Так, слили его опять. Блин, он сливается что-то в последнее время очень часто. Ах. Попробуем другой вариант. Попробуем ворожая выставить туда.
Хотя он у нас там не топовый ворожай, но все же. Так, не, ворожая, как видите, вообще не вариант выставлять. Сливаются полностью все. Возвращаем обратно. Так, красавчик. Нормально. И три. Блин, что вы все через землеройку идете? Запарили уже. Вот тут опять. Блин, настолько же космо, блин, здесь крутой. Все-таки верю, что можно без космоса зафармить. Седна, конечно, здесь, ну, и не туда, и не сюда. От нее толку не особо, честно говоря. Блин, ну сейчас опять одно здание осталось. Как назло, блин, издеваются. Кого такого можно поставить интересного? Ну, герои вообще не прокачанные, поэтому они жить по-любому не будут. Можно, кстати, как вариант поставить Махатму, она тоже может нормально держать дамаг. Соберем еще хорошенько. Он ей, конечно, не нужен особо, но... А землеройку запихнем в центр. А вдруг? А вдруг, ребята? Махатму убрали просто. Ну, тут вариантов, конечно. У нас другой вариант, то что у нас землеройка жив. Все, сейчас зайдут с той стороны. Вот то, о чем я говорю. Это, блин, знаете, это какое-то вот реально проклятие. Махатма классная, но, видите, не живет она. Без прорыва, хотя бы минимальные прорывы ей надо сделать, тогда будет все будет. Ну, землеройку однозначно выбирать мы не будем. Попробуем испытать удачу еще разок. Вернем его обратно. Хотя тут у нас и Фрея может голубей закинуть. Главное, чтобы выходы были нормальные. И они все выходят где-то вот вечно не так, как надо. Так, возвращаем землеройку обратно. Тут кого бы я ни поставил, без разницы, они все равно будут сливаться. Можно, кстати, бугимена поставить как вариант. Давайте попробуем. Дополнительный дамаг. Фокса. Рея ушептала его, разобрала просто. Не успели мы спасти нашего бугимена, ребята. Землеройку убили. Что-то, короче, пошло не так. Ничего за...
центр просто посмотрите, просто убрали, блин. Да что за фигня начинается? Издеваются просто. Не просто тупо издеваются. Жестко. Вроде было все нормально. Эти Бугич с Бастом, вроде казалось бы, у него и домах, и жизнь. Тебе ройку слили. Но сливается он хорошо. Может, все может быть. Аж 4. Ай, некросы. Да, бедная землеройка. Немножко не хватило. Ну, в любом случае, нам надо, чтобы землеройка был, потому что только он может с фрейми справиться нормально. Так, отлично. Аджей 3. Ух ты, блин. То, что вот так Бугича разобрали-то, а? Сейчас обычный заход отсюда. То, о чем я говорил, блин, ну падлы. Не дают нам нормально пройти волну. Мы его просто разобрали сейчас. Так, Феникса разобрали, а G3. Ой, удачный, хороший заходик такой был. Смотрите, зашли все на Фрею. На Фрею просто зависли. И Фрея, причем не топовая. Ну, а дальше нас просто поимели, как всегда. Блин, ну вот по идее Бугимен не должен так проседать. Я не знаю, чем он так убивается здесь. То ли действительно, но он от ржалку не убивается, но его так убивают. Перелетает от этих на красот домах. Но мы уже убрали все, что можно по максималке с донатных героев. У нас остались такие герои с прокачками, не особо там мега 30-е прорывы. Ну, самые такие сочные герои. Ой, красиво. А ворожей, куда делись все? Что за фигня? Называется, хочешь нормально заснять видос? Заснимай его, когда ты этого не хочешь. Не планируешь. Да, такое зачастую бывает. Посмотрите, что делают. Это просто жесть какая-то. Издевательство. Землеройки, все пофиг. Он тащер. Ворожая слили. Как, блин? Вот объясните мне, как? Он стоял все время нормально, нифига ему не было, а тут его просто начали жестко сливать. Что за фигня? Вот я не могу понять. В общем, ладно, буду пробовать дальше тестить, ребят, и думаю, я вам покажу еще вариант без космика. Но видите, удачного захода. Уже нормально времени и попыток потратили, но пока... G3. Падлы. Падлы, короче. Про Кавалну я вообще молчу. У тебя на основе печаль. Это трэш полный. Как? Вот как они слились? Сучки.
пытки, кстати, заканчиваются уже. А нам еще здесь надо К-волну проходить. Это не точно. Блин, вот вроде все нормально, видите, но когда заходит дело, вот третья, четвертая волна вот сливает. Я не знаю, что так вот. Космо, конечно, здесь решает очень многое. Проем они вряд ли тут что-то сделают с оккультистом. Но, кстати, заход реально классный был. Правда, слились. Возможно, фен... Я специально сделал такие сборки, чтобы они не были крутыми. Все начинают писать, вот там 30-й прорыв. Да, 30-й прорыв это уже не проблема. Скиллы там 13-й это тоже не проблема. Здесь нету героев с 13-ми фуловыми скинами. Ну, скиллами все. Нету уклонений. То есть здесь по минималке... G3. Вот G4 сейчас оттуда зайдут. Короче, как видите, подступная реально падла эта волна Джей, но мы в принципе смогли ее фармить без донатных героев, поэтому я думаю, мы попробуем ее зафармить и без, может, Анубиса поставить. Вариант. В принципе, тут должен нормально дамажить. Хотя Бугич тоже классный, но без обрушал жир. Так, а G3, ну... Давайте тащите, а G4... Так, ну шанс у нас есть получить сейчас плюху в центр, и на этом все закончится. Падлы! Ах, почти. Давайте попробуем еще с Анубисом. Не знаю, правда, какой он здесь у нас. А, нормально. Так, сейчас вы увидите, что такое тащера. А ну без, в принципе, и классное то, что у него живый, он дебаф. Ну хотя толку от этого дебафа, ну никакого. В принципе. Смотрите, что сделали, ладно. Шатали и фена и этих. Видите, от Анубиса тоже толку такой же, как и от Бугимена. Надо все-таки делать дефные варианты героев. Хочешь не хочешь, а баст на сегодня уже немножко не торт. Землеройка, блин, улетел. Смотрите, что делают. Просто какой-то трэш и издевательство, походу. Полная жесть, ребята. Давайте до 20 попыток и хватит на сегодня. Будем искать удачу. Прокачаем еще некоторых героев. Перекачаем, переделаем. Ну, землеройка однозначно плюс. Сливуны начались. Хотя заходы были классные. G4, я думаю, вряд ли мы тут что-то сделаем. Да, вот такие вот, ребятушки, дела. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Я говорил, что я пройду и без Зефира, и без этого. И осталось еще пройти без Космо, без Расты. И потом вообще пройдем без героев еще. Вообще будет все изи просто. Ну, надо будет немножко помучиться еще с прокачками. Я здесь и так по минималке. То есть чары созвездия здесь не стоят вообще топовые. Единственное, что здесь прорывы. До 30-го докачали. Ну, я думаю, на некоторых героях можно обойтись и без прорывов. Самое главное, талант и эмблема. Ну, конечно, наличие этих героев. Ух, ворожея. Ворожея просто поимели. Всех остальных. Ну, я не знаю, это уже начались просто по ходу приколы от волны. Я не знаю, каким образом мы ее ушатали
Перед этим, но космо, как видите, здесь решает. Есть космо, у вас не будет вообще никакой проблемы. Если нету космо, надо будет вот так вот помучиться. Блин, землеройку слили. Ну они издеваются. Видите, эти долбаные некросы. Нету землеройки, и реально полный слив происходит. Землеройка очень классно блокирует. Чем без проблем. Но будем пробовать. Видите, что он делает. Это просто реально кайфовый герой. Чистый этот. Давай, Фрейка, тащи. Фрейя волнует, затащит всю волну. Это будет смешно, конечно. Но это нереально. В общем, ладно, побежал я. Пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, какие составы вы хотите увидеть. Я еще поэкспериментирую на основе, думаю. Всем удачи, всем пока.